Второй раз я буду принимать участие в неделе российского кино в Лондоне. Из прошлого года у меня остались самые приятные впечатления от встреч, от общения. Но этот год у меня более ответственный, потому что на закрытии уже фестиваля будет показана моя новая картина «Матильда», о которой много спорят, говорят. И мне тем более интересно посмотреть, какова будет реакция лондонской публики, лондонских зрителей. И я с нетерпением жду этой встречи и готов принимать и критику, и добрые слова, потому что именно в спорах, как мне кажется, всегда рождается интересное кино. Поэтому я вас жду и с удовольствием расскажу, отвечу на вопросы, и мы поговорим о фильме «Матильда». Вики, мне страшно. Ты сам не знаешь, чего хочешь. Сошел с ума. Мне иногда кажется, что готов убить вас. Ты имеешь право на все. Вики! Кроме любви.